Не за горами, возможно, наше поражение, так что кто знает. Так рассуждали Илья Лешуков и Олег Стояновский после победы в полуфинальном матче Кубка России по пляжному волейболу. А выдался он непростым. Ямальские спортсмены проиграли вторую партию, но разозлились и вырвали выход в финал в третьей. Борьба за главный трофей турнира развернулась уже вечером. Ошибка соперника в финале второй партии приносит очередную победу Стояновскому и Лешукову. Было круто, но и тяжело иногда бывает играть, потому что мы тоже люди, тоже не железные. Впереди финал чемпионата России по пляжному волейболу. Стояновский и Лешуков не проиграли еще ни разу и велик шанс стать абсолютными чемпионами этого сезона.